Хей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Bald Boy, либо Лампочный парень. Как вы помните, мы одолели огромную рыба, какую-то червя. Здесь был паук, мы выбрались наружу, где цветочный сад был. Тут был паук, мы на него упали, и мы теперь стали пауком. Так забавно выглядит. Ладно, так, что мне делать, подождите. Мы с вами ищем пасхалочки какие-либо. Да ладно. Ни хрена себе. А может, там не обратно? Вот. Это плохо, да? Это еще плюс кислота. Типа для меня это защита. Короче, это головоломки на сообразительность. Пускай, ну ладно, отобьется отсюда. Да. Не-не-не-не, а чё ты за мной полетел? Давай, плюй сюда, вот-вот. Сюда вот. Не попал. Ладно, стоим за вану. О, попало. То, что нужно. Так, это вон у нас есть кран с вами. Давай, плюй. Так, а как мне так? Как мне тогда так стать? И от чего ты можешь отразиться? Так, нет этого. Давай от этого шарика. Что это такое? Так, и сейчас, скорее всего, и оно сможет оторваться. Мне нужно повыше, да, встать? Да, чтобы она в паутину попала. Отлично. Давай, не разговаривай. Мне нужно спуститься. Подожди. Сначала, чтобы он начал пулять. А он меня там случаем не пульнул? Сейчас мы тебя побьем, парниша. Магическим веществом. Готово. Так, нам по идее нужно спасти этого и все. Игра, мы летим. Какая-то темная энергия. Какие-то темные птицы же. Или это можно летучие мыши считать? Так, сразу пасхалочки. Пока что ничего не вижу.
Ага, я играю за две стороны. Хорошо. Лего-человечек. Скотч. Блин, подожди, я хотел еще посмотреть, что там есть. Это сейчас была ссылка на... Окей. Почему свет не работает? Так, мне походу нужно сделать свет. Подожди, это значит за этого парня. Так, давайте на тот свет. Хорошо. Типа он боится того, что не видит что-то. Он боится темноты. Хорошо, чего-то не хватает. Мы только можем на свету двигаться, но мне кажется, этот монстр меня сожрет. А этот меня вообще съесть хочет. Я забаговал, короче, все дело. Да елки-палки, куда ты едешь? Вернись. Понимаете, дело... Перемотаем. Ну блин, но я не достану, если так посмотреть вот эту херовинку. Он меня споймает и съест. Понимаю. Ну, скотч у меня есть, хорошо. Здесь я ничего не включу, так как у меня нету датчика энергии. Либо чтобы вообще к чему-то подключить.
Там монстр. Он мне не да. Даже может оно где-то есть, подожди. Сейчас попробуем, подожди. Ладно, мы перемотали. Так мне просто нельзя. Поехали обратно искать, что можно еще найти. Я вот жуки вот эти, кажется, нужно их как-то что-то с ними сделать. Да, я понял. Фу, я не понимаю. Тут типа больше ничего так не взять. Я ведь подлетал к ним. Вот оно что. Типа мне нужно подсветить, потом гавкнуть. Гапнул, подлетел. Классно. То есть теперь оно работает. Значит, типа тогда не работало, то работает. Хорошо. Так, хорошо. Предохранитель. Включаем. Теперь мне нужно, чтобы засосало. Ох, отсылка на охотников на привидений. Ничего себе. Ха-ха.
и отсылка музыки только что была. На какой-то старый фильм, я не помню на какой, только. Ну, а за минут 30, ну, за час. Ох, вот это вот продолжение, вот это вот мне нравится. Ссылочка на Рэмбо, да? Красная повязка на голове. Нет. Что делать? Щелочи. Ух ты ж, ё-моё. Ладно, это просто. Там зачем нарисовал на языке? Подожди, подожди, я могу сюда подняться? По ветру. Ну, я, походу, могли лопнуть. Так я понимаю. Тихо, 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 давай подлетаем. Так, на колючке главное не наступить, ладно. Это меня может съесть. Это я понял. Минус легкие. Так, я понял, лучше отлетать. Так быстро? Короче, главное к рту не подлетать. Тут ничего такого сложного нет, на самом деле, процесса. Так, вторая атака. Так, считайте, завтра уже Новый год. Так, а для этого, как я понимаю, мне нужно сейчас будет запилить видосик на новогоднюю тему. А меня сейчас зубы сломят! Карт. На самом деле эту игру можно довольно быстро очень пройти. Ну, час 20. Я могу даже попробовать, ребята, ее пройти. Если вы хотите. Как мы делали с вами с ламинатом.
ламинат. Сделаем быстрое мини-спидранчик, так сказать, да? Так, ну мы не еда, мы какашка, да? Если я прыгну в еду, я просто сейчас растворюсь. И по факту. Нифига. А что мне нужно было делать? Давайте сделаем вид, что мы еда. Но я ж повторяюсь, у нас просто с вами... Сосиска. Я возьму сосиску. Я понял, нам нужно таблетку взять. Отлично. Ага. Я сразу разобрался с пищеварительной системой. В нашем случае просто стоять на месте. А, у него нету изжоги, видите? Он просто засасывает нас теперь. Все. Нажимаем. Проникаем. Сначала показываются зубы, которые будут сразу сюда. Значит, они все-таки, видите, по очереди не падают. Два зуба сначала первый не падают. Хорошо. Теперь эти зубы не будут падать. Теперь эти последние не будут падать. Нормально. Так, и нам осталось только в какахе. И с какахами у нас там трудности пошли, да? А трудности ни с чем. Мне, походу, нужно стать какашкой. Замаскировается под говнюху. Так, у меня какахи пропали на лице. А то здесь хватает и такого.
Ох, кажется, их сейчас сожгет, да? Не понял, что произошло. Так, и сейчас должны были открыться двери. Сейчас, наверное, все будет вместе, да? Как я попался, черт. Черт. Короче, 4 раза он атакует. Запомним. Он трижды атакует, один раз он просто поджигает и спит. Он просто начинает очень быстро жарить. Три раза он очень быстро жарит. Хорошо. Это как? То есть я должен автоматизировать под какую, что будет падать. Да, на спидране здесь, вот здесь можно только ошибиться, и все будет. Ну, не знаю, буду я проходить на спидранчике, это все. Типа с одной стороны смысла не вижу. Сначала центральный, потом этот. Потом двое. Да, последняя битва довольно долгая. Я успею проскочить. А не, не успею. Нахера я тут лечу? Я не понимаю. Для чего? Еще раз. Учимся на ошибках. Ты тогда не шевелился.
странно зубы играют. Сначала не нужно. Потом мы вот. Потом мы катимся, становимся сюда. Катимся, становимся сюда. Катимся, становимся. Ладно. Так. Просто едем. Дальше сюда. Следующий сюда. Он лопает меня. Продюсер. Стали злыми. А если ускоритель возьму? Да, ускорителем такое. Он ко мне в виде была. Ох, я чё сейчас? Тихо. Всем не хватает влажности. Аж язык начал гореть. Что происходит? Готово. Это мы могли. Посмотрите сердечко. И это конец. Конечно, дома у нас разнесенный. Снова? Yeah.
Все. А все. Интересно, здесь есть какие-то тоже отсылочки или нет? Я слышу слово Манхэттен. Это просто искаженный настоящий голос. И специальная благодарность. Спасибо всем, кто помогал на Kickstarter'е, последним игрокам. Гринлайтис, что помогали саппортили на Green Guardian. И Everyone, и кто вообще на Long Way поддерживал нас это долгое время. Агата Махери, Пьот Элла Элли. Я просто сюда, да, нажать? Да, все. Ого, я уже подумал, у меня еще экран, типа, закроется все. А что можно поговорить о игре? Ну, в принципе, игра коротенькая, то есть она вышла, если сейчас 40 минут будет скоро, через 3 минуты. Первая серия 23. Это час у нас. Короче, за час 40... Короче, за час 50 игру можно пройти. В принципе, она не такая уж и долгая. Прикольные враги, да. Типа есть режим стелса, есть довольно много пасхалок. Есть такая история, как сказать, история рассказывается без каких-либо слов, о виде фонов, взаимодействия и диалоговых облачек. Но также здесь можно отметить то, что тут есть именно помощь, да, что нам дают помощь, даже если мы в какую-то трудность попадаем, и все в таком духе. Поэтому как-то так. И давайте на этом, я думаю, мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до следующих игр. Всем пока.